Фильм называется «Воспоминания о блокаде». Я хочу посвятить его всем, кто пал при защите Ленинграда. Всем людям, всех национальностей, кто сложил свои головы в борьбе за этот город, гражданским и военным, всем посвящается это стихотворение. Я помню разорвавшийся снаряд и эхо выстрелов с передовой, как в сентябре захлопнулось кольцо, и смерть ворвалась в город мой. Был звук сирен, он будоражил кровь. Был ужас, что покинешь мир до срока. Из репродуктора лишь диктор говорил: «Тревога, граждане! Воздушная тревога!» И вспомню тех, кто выдержал удар. Не струсил кто, не отступил назад. Кто в битве этой выжил, кто погиб. Кто не отдал врагу мой Ленинград. И память вновь вернет меня туда, где лед на Ладоге трескучий тонок, где медный всадник сеткою укрыт и плач стоит от писем похоронок, где дети умирают на станках, но собирают пули и снаряды, где 900 дней борются за жизнь, где смерть, где ленинградская блокада, где с пулковских высот стреляет враг, где черное от самолетов небо, где сыну мать, шатаясь, отдает 150 блокадных граммов хлеба, где детская рука вела дневник, нам донеся те страхи и страдания. Мы Савичевы, мы хотели жить, мы умерли, осталась только Таня. Сквозь призму лет почувствую я гарь, идущую с бадаевских складов. Увижу мертвых жителей твоих, что не склонили пред врагом голов. К заросшему окопу подойду, и поклонюсь я павшим до земли. Вы камнем встали на передовой, но через вас нацисты не прошли. И ветеранов поблагодарю, чьи ордена блестят, глаза горят. Спасибо за победу в битве той. Спасибо, что спасли мой Ленинград.